Напомним, весной 2013 года припожаловал из столицы в провинциальный Ряжск некий уроженец Дагестана. Осматривался южный гость. Недолго, почти сразу отправился в местную церковь. С благой вроде бы целью пришел снег почистить. Почистил. От местного батюшки получил наградные, все было тихо, спокойно. Однако приезжий не только лопатой махал, а еще и глаза вострил. Разглядел недобрый молодец в церковной лавке немудрящие златы серебра, дешевенькие цепочки да крестики. Соблазнился злоумышленник легкой поживой. Да и навестил церковь еще раз, дескать, хочу теперь помолиться о грешной жизни, у иконок постоять. Служительница церковной лавки добрая душа взяла да и пустила богомольца, а он в ответ ударил пожилую женщину ножом в живот, ударил насмерть, да еще и для верности ее уже упавшую топтал ногами. Вещи в лавке забрал да поздавал в ломбарды. Так вот и стал уроженец Дагестана Руслан Алигаджиев, теперь его имя можно называть, разбойником и убийцей. Рязанский областной суд признал Руслана Алигаджиева виновным и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 2 года, который будет отбываться после отбытия основного наказания. В полном объеме также удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении материального и морального вреда.